Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас нестандартный видеообзор, а общее сравнение, чем отличается мотоблок от культиватора. В качестве примера мы возьмем продукции компании «Красный Октябрь», а именно мотоблок «Нива» и культиватор «Нива». По большому счету, в принципе, мотоблоки отличаются, они бывают среднего класса, то есть это мотоблоки до 75 кг, например, «Мобилка», «Агат» и так далее. И есть мотоблоки тяжелого класса, которые рекомендуются для земель типа «Суглинка» и для «Целин». То есть, например, «Нева», «АК», «Каскад» и так далее. То есть мотоблоки весом порядка 100 кг. И так, к сравнению. Культиватор – это узконаправленное устройство, которое рассчитано на перекопку земли, то есть подготовку земли к посадкам. Мотоблок – это многофункциональное устройство, его еще называют двухколесным трактором, потому что он может работать не только с распашной навеской, но и с навеской с движущимися частями, такой как, например, косилка, снегоуборщик, щетка и так далее и тому подобное. Основное различие между мотоблоком и культиватором – это редуктор. То есть, если вы обратите внимание, у любого культиватора редуктор, как правило, гораздо уже. То есть принцип у них одинаковый. Это шестеренка, цепь, шестеренка. Но на культиваторах толщина цепи примерно как у велосипеда, то есть достаточно тонкая. А если вы посмотрите на цепь редуктора мотоблока, то она толще раза в 3 точно. Соответственно, металла больше, на большую же нагрузку цепь мотоблоки рассчитана. Плюс у мотоблока есть коробка передач, за счет которой, естественно, мы можем менять передаточное число, и за счет этой же коробки нагрузка непосредственно на цепь и на редуктор уменьшается. Ничего этого в культиваторе нет. Максимально, что может быть дополнительная опция, это реверс. Как правило, в комплекте с культиваторами идут только фрезы культивирования, потому что они рассчитаны только на работу с фрезами культивирования. Хотя некоторые иностранные, как правило, производители говорят о том, что с культиваторами можно использовать и грунтозацепы, и плуги, и так далее. Но, откровенно говоря, это скорее маркетинг. Все-таки для основной распашки земли лучше использовать мотоблоки, а культиватор использовать именно для поддержки. Потому что если работать с грунтозацепами, с плугами на культиваторе, то нагрузка на редуктор увеличивается в разы, что, соответственно, уменьшает ресурс самого агрегата. А вот в комплекте с мотоблоком идут и фрезы культивирования, и пневмоколеса. Мотоблок гораздо более универсален, то есть мало того, что вы можете использовать его в том числе и зимой, а не только летом. Например, если вы работаете с снегоуборщиком или щеткой для уборки снега. Плюс у современных мотоблоков есть такая опция, вы можете отдельно докупить гусеницы, и тогда мотоблок у вас превращается в вполне себе достойное средство передвижения зимой. Кроме всего прочего, мотоблок может работать с косилкой луговой, может работать с сенокосилкой, может работать с такими вещами, как дровокол, мотопомпа. Даже я встречал генераторы для мотоблоков. Плюс любое прицепное оборудование, начиная от прицепа, заканчивая специальным адаптером, где вы можете сидеть и работать с плугом, работать с косилкой и так далее и тому подобное. То есть в любом случае мы с вами понимаем, что мотоблок, конечно, устройство более дорогое, чем культиватор, но за эти деньги вы получаете устройство, которое может выполнять совершенно разные задачи, которые не ограничиваются только обработкой земли. Дорогие друзья, надеюсь, данное видео вам понравилось и было интересным. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Посещайте наш розничный магазин, который расположен по адресу Москва, улица Полярная, дом 33А. Заходите на наш сайт gardengear.ru. И до новых встреч!